Привет, Краснодар! Пришло время для недельных новостей. Они в конце июня действительно были очень серьезными. Вся страна следила за военным мятежом Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Журналисты «Блокнот Краснодара» выяснили, что центр набора бойцов в краевой столице продолжает набор сотрудников. Причем требования к ним очень серьезные. А еще в день мятежа мы нашли заброшенный поселок Куптикупского элеватора в 35 километрах от Краснодара, где бойцы «Вагнера» тренировались с середины апреля. Кстати, сам элеватор легендарную заброшку Краснодарского края начали сносить. В самом Краснодаре продолжают заниматься благоустройством. Так закрасили все надписи на мосту поцелуев. Но они все равно виднеются из-за тонкого слоя краски. А сверху появились новые творения, пропагандирующие запрещенные вещества и свободную любовь. Не до конца получилось привести в порядок и Дмитриевский сквер, где в мае начали сносить бывшее кафе «Карасун». Его демонтировали лишь частично, а на месте, где был раньше тосспол, теперь парковка. Вот так быстро пролетел первый месяц лета. Желаю провести теплые дни на отдыхе, читая новости на блокнот Краснодара.